Добренький. Добренький денечек. Сейчас сделаем загончики. Ну, как загончики эти. Отсеки для поросят. Маточники. Квочки. Кто как называют. Вот так. У меня нет шуруповерта, он на бригаде, и шурупов нету, поэтому я просто прибью гвоздями. Пропиливай, да. Отлично. Вот и все дела. И у меня нет красных ламп. У меня сгорело. И у одних утят. И вчера стрельнуло у вторых утят. Так что все три лампы, которые я купил, уже висят на месте. И сюда надо купить лампы. И сюда. Мы завтра с Маринкой поедем в Балаклею. И обязательно куплю. Поубирал у девочек. Здесь тоже сгорело. Я не знаю. Может, перепады были именно в сети, потому что за три дня стрельнуло три лампы. Или четыре. Раз, два, четыре. Четыре лампы испортилось за три дня. А это нехорошо. Вот так. Сейчас сделаю вот так два маленьких уголочка, а уже доделаем потом. Ну, я имею в виду, чтобы поросятки в тепле были. Электрику проведу завтра. Пеппа. Пеппа, нет, не, не ноль. Ну, в общем, сейчас прибью. А потом уже покажу, что получится. Ну, вот как-то. Как-то так, друзья. Я думаю, что свинкам места хватит. Очень часто, когда я делаю маленький вот такой загончик для поросят в уголку, мне начинаете писать, что поросятам места не хватит. Но обратите внимание, что уголок такого размера, как свинья. То есть даже вот эта большущая свинка там вместится. Так что я думаю, что нормально. Лампы завтра куплю. И все, все ждем опоросы. Но что-то вот мне писали, что они гуляли вместе. Но у этой как-то вымя вообще не подготовлена к опоросу. Прям слабенько, да? Брюлечка. Ну ничего, давай покажем. Она, если с ними аккуратненько, они и выворачивают пузо. Ну только что стучал. Мамульчика, не клацай. Давай пузико чесать, давай. Ложись, маленькая, ложись. Давай, ложись, девочка, ложись. Во. Вот так, нужно побелить те две доски. Вот, как-то еще слабое у нее вымя. Да, Манюшечка? Копыта у нее хорошие. Вот так. Ну, вот одна проблемка, 10 сосков. Ну, а так все хорошо. Да, Брюлечка? Ой, ты такая тумба большая. Вот так. А у Хельги... Знаете, что я заметил? Вот Виталька, которую пришлось убрать, и Кнопа сейчас, у которой тоже кратерные соски. Это все от мамки пошло. Ложись, девочка, ложись. Сейчас я вам покажу. Ложись, хорошая, ложись. Давай, ложись. У Хельги тоже есть один кратерный сосок, кто помнит. Он не рабочий с самого начала. Выворачивай. Ну, давай. Давай, девочка, давай, покажи. Вот она и деткам эту нехорошую штучку и передала. У Витальки были половина сосков негожих, даже больше, чем половина. А у Кнопы сейчас тоже 5 кратерных сосков. Вот этот у нее
поворачивать. В общем, вот это одного соска. Выворачивай животик, давай. Давай, выворачивай. Не спать. Выворачивай пузо. Покажи сиську. Покажи титьку. Давай. Ну, не хочет. Вот здесь, в общем, кратерный сосок один. Покажи, вот этот. Вот его нету, его не сосут поросята. То есть у нее не 14, а 13. И вот именно, это я сегодня ее пузо ей чесал, вот обратил на это внимание. Вот именно из-за этого и у всех дочек ее тоже такое встречается. Просто не нужно от нее оставлять на свиноматок. А как показывает практика, все мои молодые поросята, ну, молодые свиноматки, все детки этой дурешки, да? Мамулька, как выела все, молодец, прям вылезала. Вот так, поубирал у них только что у всех. Ну и наблюдаю. Цыплятки. Все, все. Ну, ждем. Ждем поросяток. Да? Не грызи кору, обгрызаю. Пепулька, доброе утро. Или уже обед. Добрый день. Вот так. О, курица опять села нестись. Молодцы, каждый день несутся. И это, и красная тоже несутся в доме. Вот так. Не доели. Не доели и спят. Тут тоже стараюсь держать порядок, чтобы... Ну, чтобы все было нормально к опоросу. Нужно побелить загончики. Наверное, сейчас позвоню Марине. И вдвоем побелим, подготовим все загончики к опоросам. Давай пузико чесать. Давай. Давай. Маночка. Маночка маленькая девочка, да? Манка тоже, доча Хельги. Маночка. И она не ручная. Вот так. А ну, шевелиться будем поросятки? Девчуль, подбелить, соломки принести еще. Ну, уже будет генеральная уборка. Вот это все с шелухой, с мусором все уберется прям перед самым опоросом. Пока главное держать все в сухости. Да? Давай почешем, давай, пусик. Давай, как будут поросята? Ты будешь им давать титьки или нет? Да? Маночка, ну все, все, я просто тебя глажу. Боягузка. Ты боягузка, да? Пузико пузатенькое. Да, девчуль. Давай пузико чесать, давай. Давай, выворачивай. У манки 13 сосков. Только что сделал, ну, то есть была у меня контрольная. Контрольный подсчет работающих сосков у свиноматок, так как опоросы будут все в кучку, чтобы я знал, кого куда можно подсадить. Тут 13, там 15, у Хельги тоже 13, а у Брюльки 10. Вот Брюлька всегда меня пугает тем, что в прошлый раз она нарожала много, да, можно будет кому-то подсадить. Но сейчас как-то Брюлька не сильно пузатая. Маночка, ну что ты не такая недружелюбная девочка, ну Маночка. Ну что ты недружелюбная? Так и не выворачивается. Не будешь? Давай. Давай, пусика, чесать. Встала. Вот с этой стороны 6 сосков. Ложись. Ложись, девочка, ложись. Время уже большое. Большое, да? Ложись, ложись. Давай дружить. А чуть-чуть осталось, а мы так и не подружились. Да? Это ж нехорошо, когда ты будешь пороситься и будешь меня бояться. Давай, давай, почухай, давай. Да, почешу, пусик, давай. Ложись, ложись. Погрюкиваешь, ты, не дай бог, еще поросят кормить не будешь. Ложись, ложись. Ой, ты умничка, да. Вот с этой стороны 6, а с той 7. 13. Ложись, ложись. Ложись, девочка, ложись. Хрюкает, как будто кормит малышню. Давай, давай. Слышите такой звук? Давай, давай. О, выворачивай, выворачивай, давай.
Вот умничка, вот умничка. Давай, давай. Ну почти. Почти, да? Нет? Давай. Давай, давай, почешу за ушком, давай. Вот такой, 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 так, моя подружка новая, да? Бздюшечка. Давай дружить. Дружить давай. Давай, давай. Вот так. Хорошая девочка. Держи, гуляй. А эти две подружечки отдыхают. Овсяночка. Овсянушка. Давай пузо чесать, давай. С овсянкой. Все не так, как с Маночкой, да? Это падает, где б не дотронулся к ней брык и завалилась. Да? Ты шею себе сломаешь. Через перегородку раздавишь себе шею. Малочка, нету пока. Есть. Вы видели, что произошло? Ребятки, молоко стрельнуло фонтаном. Есть молочко. Сегодня 24-е. Вот-вот прям будем пороситься, да? Ну, это живот малой. Но тут поросятки шевелятся. А та ж не выворачивает пузо, я ни разу, о, толкается. Ни разу не чувствовал, ну, я имею в виду рукой. Ты сейчас голову себе сломаешь, дуреха. Видите, как лежит? Легла на перегородку, голову свесила. Раздавишь себе голову, шею свернешь. Вот так. Какие разные, да, все свиноты по характеру. Это ручная вообще. Хоть бери домой, да. Да? И дрессировать. Ах ты, свинотка. Шею не давит? Я не знаю. Шевелится. Вон, видите? Ляньте, как стучит. Оп, видно? Оп, видно. Шевелятся. Ну, тут пузо мало, я думаю, что поросят немного. Хотя они рождаются по полкилограмма. 10 поросят это 5 килограмм. Не так-то и много. Да? Овсяночка. Ты так и не лягла? Не? Ложись по-нормальному. Туда двигайся. Двигайся туда. Двигайся. Во. Падай. Ты морда довольная. Это что за свинья улыбака? Все, все, все. Мама Олечка, да? Молочко есть. Это интересно. Да, есть молочко. Тебе удобно, мамка? Вот так. Вот живет Маночка. Ой, Веснушечка. Я не буду заходить к ней. Не буду. Не буду тревожить малышню. Вот так детки спят кучкой возле мамки. Мамка спит всегда в одном положении. Вот так к двери задом. Всегда, всегда. Ни разу не видел, чтоб ложилась по-другому. Может так прячется от них, потому что они, ну, поросятки, конечно, растут интенсивно. Им уже 3 недели, и они уже большие и требуют от мамки больше. И уже ее таскают, ну, пытаются завалить, покушать почаще. А ей это не нравится. И, скорее всего, вот таким образом она от них прячется. В общем, тут все поубирал, все поделал. Сейчас закрою дверь. И здесь станет тепло, потому что холодные водички попили. Мне кажется, что у нее уже опустилось вымя, то есть вымя пуза. Видите, вот так бока позападали. И вот эти танцы, помните, так же плясала эта скумбрия вот перед опоросом. И вот уже есть молочко. Ну,
будем ждать. Опорос может быть со 109 дня. Вот так. Мы ждем на 27. Сегодня уже 24. Поэтому все возможно. Вот прям пляшет с ножки на ножку. Моя девочка. Моя маленькая. Хорошая девочка, хорошая. Давай пусика тебе почешем. Будем выворачиваться или не будем? Мамульчик. Будем или не будем? Похрюкивает, как будто с детками разговаривает, да? Да, давай так. Давай так, ложись. 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 Ты такая маленькая мамочка, да, будешь? Маленькая. Первый опорос, ничего страшного. Скажи, вырасту потом, да? Вырасту. Вот не хочет. Тут-то раз и завалилась. Удобно, неудобно. Давай, давай. У тебя нет молочка? Или тоже есть? Нету. А вот эта титька очень похожа тоже на кратерный. Ну вот точно, я же говорю, все. Все идет от мамки. От Хельги. Больше не буду от нее оставлять поросят. От Хельги не хочу оставлять. А от Брюльки тоже не хочу. У Брюльки мало сосков. Хотя, если будут поросятки с большим количеством сосков, то можно будет оставить. Все равно свинки в дальнейшем меняться должны. Поэтому одну-две можно, ну, как ремонтный молодняк оставить. Будем смотреть. Точно все от мамки, да? Понаграждала вас кратерными титьками. А поросята точно вот этот тоже очень похож на кратерный. Ну, я не знаю. Если 11, 12, там 13 сосков, это нормально. 11 поросят для свинки отлично. Если их много, то они мелкие, их потом не продашь. То есть таких и брать не хотят, и куда их самому девать. Лучше, когда у свинки 8, 10, ну максимум 12 поросят. Это прям отлично. Вот сейчас и у веснушки, и у скумбрии по 11 поросят. И то у скумбрии тот маленький, он такой поросенок, что не дай бог. Можно сказать, что у скумбрии 10. 10 ровненьких. Да? Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Ждем малышню. Всем пока-пока.